О, дед, который все знает. Вижу, времени ты не теряешь, королева гравитации. Хорошая фотография, передает характер. Да, мне нравится этот ракурс. Тебе, похоже, по нраву вся эта геройская история. Да, и я готов вернуть новые районы города. Что ж, тогда за дело. Сладости какие-то. Вау. Не виделика, уничтожь незваных Неви. Любопытство кошку сгубило. Сил не будет. С тобой все хорошо? Ведешь себя странно. Мяу. Дымка, пожалуйста, соберись. Мы должны вернуть пропавшую часть города. Мир в разломе. Ну офигенно. А, нас ограничено. Опа-опа. По жопе на все. Что-то с дымкой не так. Так. О. Помните, мы тогда открывали тут каких-то людей, которые были учеными, ждали своей половинки. Это же японские игры. Тут всегда много секреток. Так, пробежимся тогда. Может, что-нибудь, кого-нибудь найдем? Я понял, что у нас свет. Цветов нужно идти. Но первое правило JRPG — иди не по сюжету. Ха. Там же неспроста хилка вот находится. Тут можно не дожить, а вот здесь вот можно вполне дойти. Лиши какие-то.
То есть вы хотите сказать, что я сюда прилетел просто так? Да ну не, ну блин. А вот человек. Изи. Так. Ну, если я так могу летать, почему бы и нет? Так, и вот там человечек у нас. Привет, мужичок. Теоретически, ты можешь внезапно снова пропасть и появиться в другом месте. Твое восприятие времени отличается от моего. О, да, точно. Ты о чем? С нашего прошлого разговора немало времени прошло. Вот как. С моей точки зрения, очень сложно отследить этот феномен. С твоей же он должен выглядеть весьма любопытно. Да, очень странно. Секунду тебя не было, потом ты снова тут. Мы продолжаем встречаться в неожиданных местах. Может быть, мои попытки выделить гравитационную энергию создали мощное гравитационное поле, изгибающее пространственное время? Ну, пространственное время? Если выделение гравитационной энергии и изгибание пространства времени? Тот еще был эксперимент. Что происходит вообще? Что происходит вообще? Где девушка должна быть еще? Ну, тут карты нету. Понятно. О-о-о. Читерство. А? Да, по-любому я должен был по грибам идти. Видать, из-за прокачки.
Из-за прокачки, да, я могу вот такие вот штуки совершать. 5500 очков уже, да, неплохо. Да, сейчас тяжко будет. Должен был так промахнуться. Изи. Кого там нету, нету? Па-па-па-пам. Там по-любому кто-то есть. Ага, эти ездят между собой. Ну, я понял. Во-во-во, что там есть, однако, охренеть. Дискотека. Thank you.
Так, ну что ж, продолжим. Кристальчики есть. Наркоманские грибы. Грибочки. Опа. Кристалл. Опа, кристалл вдали. Это знак. Там что-то должно быть. Я и так добрался, не надо вот. Дымка, значит, будет потом состояние, да? Натя. Лично. Поверни сюда. Еще раз. Местный тролль какой-то. Да господи, что ж такое неуловимое? Ладно. Пойдемте-ка динозавра бить. Где этот дебил? Чувак, на тебе по голове. Отлично. Thank you.
нафиг иди. Точка. Супер. Да, конечно, прям теряешь иногда в пространстве, так сказать. Блин. Так, отлично, я на грибе. Супер. Давай. Отлично. Ой, иди нафиг, гриб, я лучше сам так допрыгну. Так, отлично. Умение, охренеть. Ну-ка. Ульта еще одна. Ну-ка, что это такое у нас? Особая атака, маленькая черная дыра. Охренеть, нифига себе. Возникает черная дыра, утаскивающая Неви из этого мира. Красный сигнал в центре гравитационной шкалы постепенно заряжается. Когда он полностью заряжен, удерживайте L. Я уже стиг вниз. Нажми треугольник, чтобы применить заряд. Так. Маленькая черная дыра. Влиять на силу вашей маленькой черной дыры. Астральный коготь, гравитационный тайфун. Все ваши используются на цвет, чтобы не дуры. Ну, качнем черную дыру на максимум. Отлично. Вообще были слабые скиллы, получается. Здоровье. Время восстановления. Скорость полета. Удар ногой. Охренеть, сколько стоит. Стадис поле. Скольжение. Ладно.
Так, это... Куда лететь? А здесь что у нас? Опа, опа, чувак, чувак, чувак. Девушка. О, это ты. Я так надеялась тебя снова встретить. Давай я расскажу тебе кое-что интересное. Давным-давно один человек добрался до вершины столпа в центре мира. Он сказал, что там находится прекрасный замок, где его приняли как доброго гостя. А потом он решил спуститься и вернуться домой. Но для тех, кто ждал его возвращения, прошел лишь один день. Хоть в замке он и провел несколько лет. Никто не поверил, что он поднимался по столпу. Зная это, представь, что он спустился бы вниз по столпу. Что бы он увидел, вернувшись домой? Не думаю, что у истории был бы счастливый конец. Прикольно. То есть, получается, он поднялся в замок, поработал там несколько лет. Типа... А, ну, скорее всего, для него, может, казался сутки, а там он... Короче... Он вернулся, все были старые. Это так. Прикольно. Так-то интересно меня. Нафиг иди. А, вот это подстава была. Отлично. На тебя. И тебе на. На, отлично. Последний. Да, иди. Есть. Там часть последняя, недостающая. Вроде какой-то город, да, что такое есть. Босяра. Ну, дымка, сейчас не время капризничать. Мне нужна помощь. Мяу. А, что на тебя нашло? Ты съела что-то не то? Конечно. Ну капец. Вау-вау-вау.
О-о-о-о. Офигеть. Чуть не помер. О-о-о. Ага, вон он. Привет. Нате в глаз. Легкий босс. Давай, добивай. Отлично. Наконец ты стал хорошо, господи. То, конечно, это ужас, так не летать. О, последняя часть. Что? Я победил этого Неви в разломе. Как он оказался в городе? Тебе еще не лучше, Дымка? Нужна твоя помощь. Мяу. Все готов. Толстая кожа. Ой-ой-ой, я что, треугольник нажал, что ли? Нафиг иди. Я одна не справлюсь. Справишься. Кристальчики. Кэт, Неви, все прибывает, нужно что-то сделать. Я знаю, я стараюсь изо всех сил. Но достаточно ли этого? Честно говоря, это придет помогать. Девушка, которая... Еще одна. О-о-о-о. Сколько кристаллов, однако. Целый флот. Маг. Ого, не знаю, кто ты, но ты меня спас. Спасибо.
Я из нового спецотряда обороны. Владыка, ступай на башню Бурю, щита, займись, Неви. У Хексервилли есть спецназ? Хорошо, прикройте меня. Неви на башне. Ясно. Нахрен иди. Нахрен иди. Привет. Блин. Натя. Отлично. Нет. Оп. Ядро открыто, у меня есть шанс. Нати по башке. Нати. Ах. Ах ты ж какое. Нати. Уже получше. Уху. Ты, Кэт, владыка гравитации, а меня зовут Юрий Герно, я командир специального отряда обороны. Юрий Герно. Что ж, очень приятно, командир Герно. Полиция не справляется с растущими ордами чудовищ Неви. Мы заменим их и встанем на защиту города. Я наблюдал за тобой, для меня будет честью работать с тобой вместе. Ха-ха. Совсем ты со своими исключительными способностями сделаешь наш отряд непобедимым. Исключительными? Мои способности? О нет, я только... Что? Одним словом, мы хотим усилить отряд, и я официально приглашаю тебя вступить в наши ряды. В конце концов, у нас общий враг. Если ты согласишься, то я буду твоим командиром, и ты должна будешь выполнять мои приказы. Выполнять приказы? Именно так. Если ты будешь действовать так же безрассудно, то поставишь под угрозу наши жизни и жизни горожан. Мы должны действовать как единое целое. Постой, постой. Я понимаю, что ты сейчас спас мне жизнь, и я тебе за это благодарна, правда. Но хоть дымка сегодня и не справилась, мы с ней одна команда. Мы сами по себе. Мой интерес к армии и этому загадочному роботу-солдату закончился вместе с нашим разговором. Я думал, что светлая полоса уже не закончится, но моя жизнь, которую я с таким трудом выстраивал, начала разваливаться на части. Промышленный район Хексельвилла возобновляет производство. Ущерб от нападения Неви. Город требует у правительства принять меры. Мэр Боулси пропал после пресс-конференции. Вот так вот. Поезда Индестрия получила обратно свою железнодорожную станцию. Поезда снова уходят.
Кэт может сесть на поезд, чтобы добраться до другого города в Хексельвилле. Так вот. Толстая кожа, ачивка. Ох, сколько тут испытаний появилось, ё-моё. Так, прощай, мэр Болси. Мэр Болси дал дуба. Стоило индустрии восстановиться, правительство теперь в полном раздоре, наверное, да? Да ты шутишь, что ж теперь будет? Ну, в обычных условиях были бы досрочные выборы, но что теперь будет, сложно сказать. Не хотелось бы дурного говорить о покойном, но городу, что при живом Болси, плохо, что при мертвом. Понятно. Затишье после бури в Индестрии. Похоже, гравитационные бури стихают. Наверное, восстановление Индестрии помогло. Да, по времени совпадает. Но раз буря утихает, стихает, появилась возможность спуститься и забрать разбившиеся лодки и груз. Торгоцентр. Прости, дымка, животных не пускает. Поедем наверху. Отсюда вид лучше. Можно бегать? Можно. Новый город. Торгоцентр. Прикольно. О, а здесь придется поработать. Эй, Кэт, я здесь. Голос. Это ведь... как тебе торгоцентр? В большом городе столько увлекательных занятий. Мне понравилось. Но что ты здесь делаешь, Гейт? Мне казалось, я ведь город вернула. Да, все так, но я решил зайти и попрощаться перед твоим большим путешествием. Большое путешествие? А я куда-то собираюсь? И что значит попрощаться? Скоро узнаешь, у меня хорошие новости. Я решил переехать. Немного одиноко жить в трубе посередине ничего. Отличные новости. И далеко ли ты собираешься? Ну, ты ушла, душа моя ранена, я могу быть полезен. Я ведь создатель. Вдруг ты захочешь вернуться в мир в разломе? Самоцветы до самого горизонта. Удивительные скрытые силы, загадочный совет и всякое разное. Ну, тебе пора вернуться домой и готовиться к путешествию. Но я никуда не собираюсь. Может, это тебе лучше готовиться к переезду? Это хорошо, можно вернуться в разлом. Супер. Глянем на торгоцентр. Ну, огромный.
Музыка хорошая. Да, кучу кристаллов собрать. А представляешь, если будет ачивка «Соберите все кристаллы»? Это будет проблематично. Ну, я думаю, нужны кристаллы, вот, там, не знаю, может, 1010 еще. Ну, чтобы все скиллы вкачнуть. Ну все, короче, я пошел в разнос. Куча кристаллов. Куча кристаллов равно прокачанные навыки. Там есть скиллы, которые по 1500 требуют. Вот прям чувствовал, что тут кристаллы. Испытание. Телевизор. Блин, я даже не прочитал. Ну-ка, что за испытание? Уборка торгоцентра? Ну-ка. Так, берите предметы с помощью нолика, затем снова нажимайте на нолик, чтобы бросить их в цель. Если не попадете в цель, предмет сломается и не будет защитен.
Ё-моё. Как и говорили, да. Дурацкое дерево. Ой-ой-ой-ой, серьезно? Столько в никуда. Блин, запутался. Короче, понятно. Ясно, понятно. Прокачивает стазис поля. А что там у него? Есть охват какой-нибудь? Ну-ка. Боевые умения. Так, стазис поля. Влияет на емкость вашего стазис поля. Используйте самоцветы, чтобы поднять уровень и увеличить силу или емкость поля. Вот надо его увеличить. Это еще не максимум. Сколько осталось у меня? О, 316. Ё-моё, сколько тут всего. Канатная дорога, пересекающая деловой квартал и огибающая знаменитую часть часовой башни, настоящая достопримечательность, которая отлично смотрится в небе. И стоит сделать доброе дело и восстановить ее. Ну-ка, что там за испытание? Бой на время. Го, попробуем. Да. Жестяк. Нафиг того.
Нате, мужичок. Отлично. Отлично. Да, блин, господи. Куда ты летишь? Остановись. Сосредоточься и атакуй. Так, где ты, дебил? А? На тебе, раз. Отлично. Сот поинтов, охренеть. Кошечка, ё-моё. Уже офигенно. Так. Не, ну вот здесь легко сейчас. Просто катишься и убиваешь. Блин, ну ё-моё. Серьёзно? Три триста. О, голда. О, ничего себе. Блин, я даже не ожидал. Думал, все. Ну, это хорошо, это хорошо. Так, ну автосохранение было. Я думаю, остальное продолжим потом. Мы, в принципе, неплохо сегодня побегали. Да, последняя часть города, да? Да, последняя часть города. Еще потом в центре останется. Отлично. Ладно, на этом все. Всем пока-пока.